Производство «Метод Анимасьон» совместно с музеем Сент-Экзюпери «Даге». Продюсеры Атон Сумаш, Алексис Ван Арп, Димитри Рассам, Седрик Пайлот. Художники Габриэль Вильяте, Пьер Алан Шартье. Композитор и дирижер Фредерик Талгорн. Режиссер Пьер Алан Шартье. «Маленький принц» по мотивам произведения Антуана де Сент-Экзюпери. Бальтазар не умеет читать? Странно для библиотекаря. А мой маленький принц идет в газету новости. Кто же крадет книги на Либрисе? Как бы ни случилось беды, берегись, маленький принц. А-42-692. Планета Либрис. Часть вторая. Сценарий и диалоги Агнес Бидо. Лезьте внутрь, поверьте, там безопасно. Лис, скорее! Я стараюсь! Эти настырные детишки попались как крысы. Они хотели сорвать мой гениальный план. Теперь некому доказать, что Бальтазар невиновен. Не надо бояться. Спокойно, Мириада. Я с ними разделаюсь. Лис, помоги ей! Понял? Драпаем! Беги! Скорей, мой принц! А то мы будем на первой полосе! Буквально в смысле! Молодец, Анатоль! Осталось украсть совсем немного книг. А библиотека со всеми своими книгами скоро провалится под землю. И тогда сердитая толпа с позором прогонит Бальтазара из города. Джозеф! Сэр? Пора тебе снова выйти в город и устроить свой концерт для этой тупой деревенщины. И чтобы собрал все книги до единой! Когда мы отделаемся от этих наглых детишек с их паршивой лисой, мы избавимся и от Бальтазара. Раз и навсегда. Слонорог, пожалуйста, останови эту печатную машину! Пожалуйста! Давай, почти удалось! Молодец! Лис, Мириада, вы целы? Я цела! А где Лис? Победа! Змей явно знал, что мы придем. Ладно, теперь надо найти Анатоля.
Спасибо и пока, друг мой. Привет, Анатоль. Ты кто? И как сюда залез? Я друг Мириады. Мы ищем украденную у нее книгу. Об этом надо спрашивать не меня, а Бальтазара. Он в библиотеке. Тут клоун-сыщик сказал. Я уже ходил к Бальтазару и спрашивал, и оказалось, что он здесь ни при чем. Надо же! Какая встреча! Благородный герой, тайно помогающий Бальтазару соблазнить женщину! Анатоль, не иди на поводу у змея! Он хочет только уничтожить твою планету и больше ничего! Не давай своей любви к Флоре превратиться в ненависть! Он тебе не поверит! Ты лицемер! Как ты смеешь рассуждать о любви? Особенно, когда ты бросил свою розу! Позор тебе! Уходи! И чтобы больше я тебя здесь не видел. Тщеславным людям кажется, что все ими восхищаются. Я понял. Как это печально. Книг уже не хватает на всех. Это ужасно. Кражи книг продолжаются. Скоро их совсем не останется. Тут написано, что больше всего краж на западе города. Дела не так уж плохи, Анатоль во всем признался. Не все так просто, мой друг. Змей подчинил его своему влиянию. Но как же он крадет книги? Он не выходит из дому, а моя книга пропала на площади среди бела дня. Он явно применяет какую-то уловку. Бальтазара, наверное, надо спасать. Бежим! Ужасно! Все рушится, а Джозеф куда-то пропал! А разве он не у себя в подвале? Видно, Джозеф на этот раз поработал как надо. Бальтазар обречен. Скоро весь город поверит, что пропажа книг происходит из-за него. Ой, что здесь творится? Откуда тут столько книг? Та же музыка, которую играл Вор. Я ее узнала. Открывайся. Он чем-то заклинил дверь. Если мы потянемся дружно, то, наверное, откроем. Джозеф! Джозеф! Книги! Это книги жителей Либриса! Ты попался с поличным, вор! Джозеф, не бойся! Мы знаем, что все это не твоя затея, но это надо прекратить! Анатоль прав, надо избавиться от всех книг, иначе нельзя! Но почему, Джозеф? Зачем ты помогал Анатолию? Потому что я хочу, чтобы книг не было. Я не хочу их больше видеть. Я не понимаю, почему? Мне противно их реставрировать. Ты подлый человек, ты плохой. Отдай, сейчас же отдай мою книгу. А ну отдай мне ее. Прости, Мириада. Я забыл. Забыл, что люди очень любят свои книги. Я так устал от своей работы. Она мне наскучила. Я забыл, что это благородное дело. Прости. Нет. Библиотека оседает под весом лишних книг. Эту гору книг надо убрать отсюда.
Мы не успеем убрать столько книг. Скорее, друзья, открываем все окна. Без моего баяна ничего не выйдет. Я бессилен. Что ты будешь играть? Мелодию Джозефа. Не выходит. Сыграй мелодию наоборот. Ладно, попробую. Знал, что люди так любят свои книги. Книги! Почему они разлетаются? Видимо, Джозеф изменил нам. Ты должен обратиться к жителям Либриса сам. Книги разлетаются слишком медленно. На это уйдет несколько дней. Сколько же бед из-за того, что Анатоль любит Флору? Флору? Да. Придумал. Библиотеку спасет Флора. Точно. Своим облаком. Скорее на балкон. Спасибо, Лис. Не знаю за что, но пожалуйста. Мириада, Лис, даю вам очень важное задание. Удачи вам! Моя милая Флора, положение серьезное. Мне нужна твоя помощь. Если мы как-нибудь привяжем библиотеку к твоему облаку, силой... Анатолия бесит влюбленность между этими двоими. А змей пользуется его ревностью. О, это прекрасная идея. Летим, садитесь. Дамы! И господа! Дайте нам свои зонты! Все зонты! Пожалуйста! Чтобы спасти библиотеку, нам нужны все ваши зонты! Это от души, дамы и господа! Спасибо! Спасибо вам всем! Ух ты! Сколько зонтов! Унесем ли мы такую кучу? Смотри, они пришли нам помочь! Гадкие детишки! Вечно мне мешают! Молодцы! Теперь осталось прикрепить их к облаку Флоры, и все. Бежим! О, моя книга! Что ты творишь, Анатоль? Вот и все! Соблазнителю Бальтазару конец! Теперь я разрушу здесь все! Скорее! Поднялся ветер, а нам нужна его сила! Теперь нам остается только ждать. Моя! Флора будет моя и только моя! Все равно слишком тяжело! Я узнаю, что там! Дай ее сюда. Нет. Нет, Анатоль. Теперь мне больше нечего терять. Анатоль, я спускаюсь. У меня новая идея. О? С
Скоро библиотека погибнет! И это все из-за Бальтазара! Остановите его, он спятил! Анатоль! Неужели ты думаешь, что Флора тебя полюбит, если твой глупый план удастся? Флора никогда меня не полюбит! Тебе незачем ненавидеть Бальтазара и вредить планете, уничтожая библиотеку со всеми книгами! Анатоль, не слушай этого поймальчика! Любить — это не только дарить подарки! Не отступай, не поддавайся! Бальтазар без своих книг — ничто! Не трать свой яд, змей! Бальтазар не умеет читать, он покорил Флору другим! Этого не может быть! Он же библиотекарь! Те чудесные сказки для Флоры он сочиняет сам! Твоя затея лишить его всех книг бесполезна! Нет! Если бы ты потрудился сходить к нему в библиотеку, ты убедился бы в этом сам! Так значит, все, что я делал напрасно! Я очень виноват. Все еще можно исправить. Только помоги нам в этом. Мы еще встретимся, маленький принц. Планет во вселенной много. Я еще найду, кому навредить. Так что ты еще долго не увидишь свою розу. Анатоль, поговори с ними. Благодарю. Флора, прости меня. Я не был с собой. Мою волю подчинил змей. Я был эгоистом. Теперь я смирился с тем, что ты любишь Бальтазара. Как же я рада, что ты снова стал собой. Я забыл, что люди этой планеты любят больше всего на свете. Чтение! Как мне теперь искупить свою вину перед вами и всей нашей планетой? Всю свою жизнь я умел делать только одно – дарить подарки. Это не исправит того, что я натворил. Но на что еще я способен? На многое! Ты способен на многое. Ты можешь дружить с людьми, помогать им, улыбаться им. Анатоль, что ты задумал? За мной, маленький принц. Это нам еще пригодится. Мы прикрепили все канаты к печатной машине. Я абсолютно уверен, что у моей машины хватит силы на то, чтобы поднять библиотеку над землей. Готов? Да. Машина поднимет гор! Получилось! Библиотека спасена! Что с тобой, Анатоль? Мне что-то в глаз попало. Тут компания! Обожаю компанию! Извини, Бальтазар. С твоего позволения я подарю даме последний подарок. Вот, Флора, этот зонтик для тебя. Он остался прежним. Правильно говорят, что привычка — вторая натура. Нет, я понимаю. Флора и Бальтазар влюблены, и я желаю им счастья. Но мы ведь все равно останемся друзьями, правда же? Зонтик сейчас нужен. Отличная идея. Подумать, один маленький зонтик все исправил. Так всегда и бывает, Лис. Порой самая маленькая вещь меняет все. Если все исправлено, то, может быть, нам всем пора домой? Но моя книга не нашлась. Ой.
это не она? Нет. Может, это? Нет, тоже нет. Видно, она вылетела в окно, когда принц играл ту мелодию. Скажи мне, какой она была? Она была мягкой, пахнущей шоколадом и с тремя светящимися звездочками на обложке. Да, тут ее не найдешь. Прости, Мириада, это все из-за меня. Стойте, я придумал, я сейчас! Секунду, мои глаза сейчас привыкнут к темноте. Вот она! Вижу! Нашлась! Моя книга! Нашлась! В темноте звезды всегда видно лучше. Спасибо за все, что ты сделал, маленький принц. И спасибо тебе, мой милый пушистый комочек. Тебе очень повезло, Бальтазар! Счастливы, друзья! Я собирался сказать тебе одну вещь, Флора. Знаешь, я... Я уже знаю, что ты не умеешь читать. Но расскажи мне, как тебе удается выдумывать такие красивые, чудесные сказки? Легко. Мое воображение. Эти фантазии бродят в моей голове с тех пор, как я был ребенком. Ну что ж, все книги вернулись к своим хозяевам, и Либрису мы больше не нужны. Огромное спасибо за помощь. Благодаря вам жизнь нашего города снова наладилась. Ну что вы, подумаешь? Вы ведь еще навестите нас, правда? Обещаю тебе. Нас ждут другие планеты. Скоро я вернусь и буду читать тебе рассказы о любви, моя Роза. И даже сорву для тебя книгу с книжного дерева. А пока будь счастлива. Рассказы о любви. Они мои любимые. Там столько книг, что хочется читать. И ты, надеюсь, ты не забыл взять для меня сувенир на той планете? Может, роман о любви? До встречи, мой маленький принц.